Всем приветики. Пришел ко мне такой штатив в обычном целлофановом почтовом пакете без пупырки. Внутри был такой вот как бы надувной пакет, но он наполовину уже лопнутый. То есть вот эта часть толстая, а вот эта часть уже все. Ну, то есть, если это она надута, вот они, раз, два, три, четыре, то здесь раз, два, три, они лопнутые. Я надеюсь, там ничего не поломано, потому что все, они взорвались, то есть их чем-то раздавили. Это, кстати, плохо, такие вот пакеты. Они-то толстые, но если вдруг в каком-то месте его проткнуть, эта штука полностью сдувается. Ну, и вся эта полоса сдувается. То есть, если чем-то таким надавить, все штуки полностью сдуются. А если был бы пупырка, сдулось бы только в этом месте, где надавили. Так, там еще была такая вот сумочка. Черненькая, довольно-таки длинная. Как почти что вся половина моей руки. Там лежал пульцик. Он нужен для удаленного управления. То есть ты ставишь на штатив телефон, пультиком через Bluetooth подсоединяешься, и дальше просто стоишь, улыбаешься, и в руке держишь пультик. Там такой щелк, и тебя сфоткал Android. Или щелк, и тебя сфоткал iOS. Или камера. Ну, в общем, чтобы ты мог не просить кого-то сделать фотку, а чтобы сам мог себя фоткать. Это типа удаленное управление. Здесь типа инструкция, для чего подходит. Samsung, iPhone, Xiaomi. Модель, версия. Тогда еще батарейка должна ставиться. Я не знаю, есть она там или нет. Здесь, видимо, лампочка, когда нажимаешь, должно загораться. Кстати, Android лучше нажимается, чем iOS. iOS хуже. Кнопочка, видимо, выключить пульт, чтобы он зря не работал, и включить. Но сзади... Хотя он как-то поцарапанный есть. Батарейки нет. Ставишься на батарейку, и тогда работает. Ну-ка. Ну да, большая батарейка. Должна ставиться. Еще в полностью запечатанном пакете такая штука, которая накручивается на штативчик, по идее. И здесь есть такая мягкая поверхность, здесь, а здесь не мягкая. И, по идее, ты сюда телефон вставляешь, просто раздвигаешь, там пружинка стоит. Но, довольно-таки, мне кажется, если телефон большой, сильно давить будет. В общем, я померил. Моему телефону нужно где-то вот так раздвигаться. При этом оно прям сильно давит. Прям очень сильно. Мне кажется, что он телефон сломает. Это вроде как вот оно гнется. Значит, резиновая. Но вот резина такая плотненькая. Здесь вот помягче будет. Но оно сильно, сильно давить будет. И с пульта от лампочки вставил сюда батарейку. Батарейка такого размера, CR2025. Когда вставляешь, сразу там начинает мигать лампочка. То есть вот оно выключено. Включаем. И типа начинает мигать лампочка. Видимо, ищет Bluetooth. Но ничего не подключено, поэтому искать, собственно, нечего. Ну и сам штатив. То есть по сравнению с тем, который у меня сейчас, вот такой. Вот это явно посерьезнее будет.
Он и так побольше. Плюс у него еще могут ножки выдвигаться. То есть он очень сильно может раздвигаться. Причем, если так удобно сделано, ну, то есть по сравнению с этим, вот это его максимальная длина. Здесь такая длина, он получается в сложном состоянии, как два вот этих. Плюс еще может разлаживаться каждая ножка. Примерно еще на такое расстояние. Ну, довольно-таки крутой. Я и хотел, чтобы можно было на большую высоту. Получается здесь как? Ножка, пока ножки зажаты, здесь что удобно, здесь зажато. Все, они не двигаются. Отжимаешь вот эту штучку. Все отжато. Выдвигаешь. Выдвинул, насколько тебе надо. Зажал. Все, оно уже никуда не идет. Задвинул там, насколько надо, зажал. Все, никуда не идет. Также следующую. Выдвинул, зажал, все, стоит. И таким образом можно нужную длину тебе выставить. И оно выезжает здесь, здесь и здесь. То есть раз, два, три. Три раза выезжает. Плюс еще начальная ножка. Разгибается. Здесь еще такие стопоры, не дающие уйти. Это, кстати, алюминиевое какое-то. Да. Здесь такой небольшая зазубринка такая, которая не даст съехать вот этой штуке вниз. А здесь такие стопоры, которые не дадут ножкам далеко улететь. Таким вот образом оно ставится. То есть оно и сюда, ножка недалеко не уйдет, вот эти штуки держит и не упадет, потому что кольцо не дает уехать снизу. Зазубринка. Ну, довольно-таки так круто сделано, такое, как профессиональная такая. Потом здесь еще для чего-то нужна штука. Я даже не знаю, для чего она. Все, я разобрался, это нереально крутая штука. Получается, здесь ты крутишь, и у тебя вот эта штука еще выезжает. Помимо того, что у тебя ножки могут выезжать три раза, так у тебя еще вот эта штука может еще выехать на такое расстояние. То есть вся вот эта палка, в ней внутри еще палка, и она может выехать. То есть ты выдвигаешь, насколько тебе надо, и зажимаешь, и она уже не двигается. Не надо, опускаешь. Плюс... И здесь еще есть, вот здесь крутелка. Ты отжимаешь и крутишь, как тебе надо, штативчик. Поставил как надо, зажал. Потом здесь еще вот эту штуку, ручку крутишь, поворачиваешь, как тебе надо. Повернул, покрутил, зажал. Плюс здесь еще тоже. Поднимаешь, как тебе надо. Выставляешь, зажал. Ну еще и снизу ты ставишь сюда, получается, вот эту штуку. Можешь так поставить, закрутить, зажать. Можешь поставить по-другому, вот так зажать. И здесь тоже вот этой штукой закрепить, чтобы она не уходила никуда. А самое крутое, то, что здесь есть уровень, чтобы ты видел, ровно ли ты поставил или нет. То есть, если пузырек посередине, вот так, то значит ровно. Ну, сейчас, естественно, оно неправильно, потому что здесь я вам все накрутил. Но, по идее, когда оно будет стоять ровненько на земле, ты по уровню сможешь определить, ровно ли ты выставил. Я про когда вот эту камеру ставлю, думаю, а ровно или нет? Какой-нибудь бы уровень сюда, а здесь вот он. Уже есть уровень. То есть ты можешь определить, ровно ты поставил или нет. Он настолько большой, что мне даже он даже не влазит. Но он крутой. Влазят ножки.
Вылазит вот эта штука. Все раздвигается. Здесь поворачивается. Здесь регулируется. Здесь регулируется. Прям все нереально круто. И здесь еще все зажимается. И смотришь на уровень. Ну, то есть просто максимально круто. То есть чувствуется профессиональный уровень. Реально круто. Ну, в общем, такая у него длина. Вот они ножки идут. Поднимаются, поднимаются. Поднимаются. И вот сам штативчик. А эта штучка как раз, чтобы уровень настраивать. Вот я выставил вроде как ровно. То есть ты как раз, вот у тебя здесь камера стоит, смотрит туда. А ты здесь на уровень стоишь, смотришь. И вот этой штучкой регулируешь. Регулируешь уровень. Она специально такая большая, чтобы ты мог медленно-медленно подрегулировать уровень. Ну и довольно-таки... довольно-таки здоровый. Очень здоровый. Мне кажется, он где-то метр... 400, что-то такое. Такой довольно-таки длинный. Вообще удобная штучка, прикольно. То есть с любого расстояния теперь можно. Я теперь буду себя чувствовать профессиональным каким-нибудь кинооператором. Но наши вот эти штучки, защелочки, не сломались. Потому что если они сломаются, все. Держать будет нечем. И он немножко такой, где-то в каких-то местах. Я видел такие потертости. Какие-то такие неприятные вот потертости. Неприятные, конечно. Вот такой вот штативчик я себе заказал давно. Хотел его заказать очень давно. Но заказал только вот недавно. Вот он ко мне пришел. А тем более с пультом вдвойне будет удобно. Если бы он еще умел не только фоткать, но и видео записывать. Нажимаешь, пошло видео, вообще было бы круто. Вот. Такой вот штативчик. Ну, на этом все. Всем покедова.